оборудование многоквартирных домов, в частности, водоподогреватели во многих домах уже достаточно изношены, и в ходе гидравлических испытаний они их не выдерживают, и по заключению тепловой инспекции той же, значит, подлежат замене. Ну, в соответствии с жилищным кодексом, это обязанность собственников многоквартирных домов. Справедливо абсолютно замечания были высказаны депутатам городской думы к деятельности управляющей компании, потому что донести эту обязанность до собственников – это обязанность управляющей компании. Кроме того, управляющие компании должны четко, грамотно и в нескольких вариантах подготовить предложение жителям. Есть 4 дома, где процесс согласования работ, смет, стоимости, вариантов между управляющими компаниями и жителями еще продолжается.